Дорогие друзья, я хочу сказать вам, что, может быть, вы слышали о таком сборнике «Белый альбом», который состоит из самых разных музыкантов, который собрал более 280 участников из разных городов нашей страны, из бывших советских республик и из дальнего зарубежья. Я обращаюсь к музыкантам, которые находятся сегодня здесь, на этом митинге, а также всех музыкантов, которые слышат нас сегодня. Сегодня у нас будет презентация этого альбома в концертном варианте, потому что многие группы, которые будут сегодня выступать, безвозмездно предоставили по одной своей композиции для этого альбома в поддержку белого движения, в частности, резолюции митингов на Болотной и Сахарова. Пожалуйста, присылайте свои треки к нам. Этот сайт publicpost.ru опубликовал этот альбом, на нем уже более 230 треков. Я думаю, что когда в конце недели мы подведем итог, мы принимаем MP3 до следующего воскресенья, до 17 июня. На нем будет больше 300 участников, я уверен. Большое спасибо музыкантам. Ура! Добрый день, дорогие москвичи. Я хотел бы сказать несколько слов о том, кто такие участники «Белого альбома». Это герои нашей рок-музыки еще 70-х годов. И самые молодые музыканты последних поколений. Несмотря на то, что власть сделала многое, чтобы лидеры нашей рок-музыки стали прирученными, получили ордена, но тем не менее среди композиций «Белого альбома» есть музыканты «Машины времени» Александр Кутиков, «Аквариума» Сева Гакель, многих-многих других, и даже таких как бы групп, которых всегда мы в ленинградцы считали московская попса, таких как «Браво». И что я еще хочу сказать, позавчера позвонил мне Сева Новгородцев, немало сделавший для популяризации еще советского рока в начале 80-х годов, и сказал, я считаю, посоветую Артему и Василию, чтобы ваша акция «Белый альбом» была бессрочной. Пишите песни и присылайте их в «Белый альбом». Ура! Здравствуйте, Москва! Привет вам от Питера! У нас там тоже происходит все очень бурно, но не так бурно, как у вас, поэтому все равно вы молодцы, конечно, вас больше, но мы с вами. А вообще, я очень рад, что когда лет 10 назад я впервые вставил в строчку своей песни «Ваш Путин фашист», на меня смотрели с недоумением, а теперь это стало обычным местом. Я рад, что это наконец-то оценено по достоинству. Я вообще хочу сказать, что, судя по всему, Россия будет свободной достаточно скоро, и еще свободы пусть рает. И рок-н-ролл, музыканты, выползайте из своих нор, бросайте свои корпоративки, выходите и принимайте участие в жизни своей страны. Вот чего хотелось бы всем пожелать. Россия будет свободной. Я Вит из группы «Луна», которая будет закрывать сегодняшний концерт. Очень рад выступить на одной сцене с нашими друзьями. Сегодня будет отличный рок-концерт при участии таких музыкантов, как Noise MC, Александр Чача Иванов. Вот сейчас буквально через несколько минут настанет время выступать Глебу Самойлову из The Matrix. И в конце, собственно, будет выступление нашей группы. Я думаю, что рок — это по-любому лучше, чем все то, что сейчас будет происходить, допустим, где-то в центре, в других местах, потому что рок — это наша музыка, это музыка правды, музыка честная, всегда она была такой, и в России особенно. Рок победит. Спасибо.